кредитная группа у нас открыта. Детки у нас здесь. Сколько вам лет? Что молчим, испугались? Я четыре. Четыре года. Кровли сделать. Это у нас деньги бюджетные. И вот эту холодную свою сделаем. Просто признали рамки немножечко. Утепление, вот видите, уже отшили. Качественно делаете ремонт? Конечно. Как себе домой? В одном помещении была у нас металлический кабинет, а здесь была музыкальная гостиная. Ну, пришлось, так как у нас, знаете, что существует очереди, ликвидация очередей, у нас, значит, вот мы попали в программу, в систему модернизации дошкольного образования, мы очень рады, и вот сейчас у нас сделают ремонт, и будет дополнительная группа дошкольная открытая. Вообще мы планируем 23 человека здесь, вот, 23-25, до 25 человек. Мягкий инвентарь заказан, посуда, ну, игрушки. Уже все по условиям 94 ОКЗ, да, идет по контракту? Да. Вещи для кухни что-то, да? Да, приобрели мы вот за счет вот этих денег, экономия у нас осталась от ремонта. Мы, значит, морозильный ларь для кухни приобрели, значит, электронные весы для кухни, бытовой холодильник для хранения проб приобрели, и медицинские весы приобрели мы, и также у нас волтрицинные лампы мы приобрели для медицинского, для этой группы. Не доходит 2 миллиона у нас получается по программе модернизации дошкольного образования. И 98 тысяч это у нас получается местные деньги. Да? Да. Кровли и холм 2 миллиона. Получается почти около 5 миллионов у нас уже. Мы вообще, вот я просто переполняет чувство радости, что вот в преддверии Нового года. Вот такие у нас перемены происходят. Конечно, очень бы хотелось огромное спасибо сказать нашей администрации, потому что в последнее время, вы знаете, уделяется очень много внимания школам, а дошкольные учреждения, ну вот последние 2 года, вы посмотрите, как наши дошкольные учреждения стали выглядеть. И здесь теплопакеты, веранды ремонтируются, ремонтируются помещения, вот открываются дополнительные группы. И все это получается как бы на выделенные деньги местного бюджета, вот система модернизации дошкольного образования получается. И поэтому, конечно, очень хотелось бы преддверии Нового года огромное спасибо сказать всем, что мы, вот, мы тоже вносим посильную свою помощь в развитие нашего района Кингисеппского, но помощь, конечно, администрации. Мы очень рады, что работают в таком содружестве, мы что на нас не обратили внимания. Конечно, также комитет по образованию. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо Сиридове Светлане Геннадьевне, потому что действительно это человек, который заинтересован для того, чтобы наши детские сады имели свое лицо. И, конечно, бы хотелось, потому что Светлана Ивановна Шлемова у нас как бы на повышение ушла. Очень хотелось, конечно, ей тоже большое спасибо сказать, потому что она всегда прислушивается к нам, старается нас понять, помочь нам. Поэтому очень приятно, когда вот в таком тандеме работает администрация города и мы руководители. Поэтому и нам на работу хочется идти, и детки наши радуются, и нам очень радостно, что получается, что вот такой комфорт, конечно, мы сами не могли бы создать детям, потому что группа отвечает современным требованиям. Поэтому в преддверии Нового года хотелось всех поздравить с Новым годом, чтобы в семье было все благополучно, чтобы нас окружали только хорошие заботы. Вот. Все, чтобы плохое у нас остается по старом году, с собой берем только. Но я думаю, что все будет работа продолжаться, потому что это наши дети, наше будущее. Вы сами знаете, что сейчас везде президент наш говорит, что дошкольное образование – это первая ступень нашего общего образования. Поэтому мы будем стараться работать, потому что у нас самое главное, нам доверяют родители самых маленьких детей, которые ничего не умеют делать. А мы готовим их к жизни, потому что первые навыки все получают они в дошкольном учреждении. Поэтому, конечно, мне хотелось, чтобы наш коллектив работал также дружно, потому что коллектив у нас стабильный. Вот, поэтому я думаю, что все у нас получится.